5 муниципалитетах Пермского края оборудуют мобильные причалы. Пилотный проект по установке универсального комплекса для швартовки судов решено реализовать в том числе и в Березняках. Об этом сообщает краевая администрация. По данным Минтранса Прикамья, сегодня причальные стенки в поселениях, через которые проходят водные артерии региона, сильно изношены. Ремонтировать их для местных бюджетов слишком затратно. Альтернативой ремонта является оборудование модульных причалов. Средства для их изготовления и установки планируют предусмотреть в бюджете края на 2022 год. Реализация планов позволит расширить водные туристские маршруты по реке Кама с остановками в самых популярных у путешественников населенных пунктах, что положительным образом скажется на пассажирах. Потоки. Согласно прогнозам, он может увеличиться в 2023 году на 47 тысяч человек.